Вот у меня голубь, он бьется. Посмотри, я посадил его. И как он, интересно, из-под решетки вылазит. Решетка сдвигается. Очень смелый такой. Новый какой-то прилетел. И он что, на улицу, он не может с полу подняться. Он поднимается на полметра и сразу переворачивается. Два раза перевернулся и на пол упал. У меня таких голубей не было. Обычно поднимается кверху, и там он начинает пируэты разные делать. Я испугался, что его кошки съедят, он не может улететь. А бывает так, я за ним хожу долго, и вдруг он поднимется. И вот сейчас я принес домой его, подсадил к этой пенсионерке голубки-то. И он сколько сейчас бился, он бьется как индюк. С такой силой бьет, решетку сдвигает. Вот. И еще делает. Ну, тут мы уже стоим двое, можно его взять, посмотреть. Что ты такой? Не вышел. Иди сюда. Иди. Вот он. У него какие вот эти белые, на белом фоне, на крылышках какие. И кончик. Видишь, как этот, дымчатый такой. Вот я вас сейчас отпущу. Допустим, ему надо подниматься. Ну-ка, давай, поднимайся. Опа, еще раз. Ну-ка, давай. Смотри, вот поднимается сам. О, куда залез-то? Это туда, там не надо, там тебе нечего делать. Ой. Ну вот, вот отсюда, давай. Ну вот, теперь к компьютеру пошел. Это не годится тут. Я тебя спасаю, а ты что делаешь, а? На мое место, вместо меня уже и сел компьютером заниматься, а? Это что ж такое-то? Но. Опа, на наушники сел. Ну еще, вот он сейчас будет тут. Опа, это так. Он переворачивается. Подожди, я решетку уберу, она не на место. Подожди, решетку уберу. Решетку надо убрать. Ну а ты-то что здесь сидишь? Дай-ка я тебя поймаю. Подожди. Ой. Ой-ой-ой. Вот он где у меня. Смотри, он как поднимается. Он летать не может. Сначала поднялся, потом переворачивался. Турман какой-то, я не понимаю такой. Телефон. Вон он, иди. Говори. Ну так вот сразу не сказали. Ну-ну-ну, видишь как. Тут закрутились и ничего не помним. Ну вот видишь, как все хорошо. Ну, мы только что с занятия пришли. Ну. Ну ладно, с Богом, да? Ну еще. Что такое, а? Мой хорошенький, да давай с тобой еще вместе побудем. Подожди, 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 подожди. Вот он какой. А на голове-то у него какой шиньончик-то. Ну, да отчаянный такой смелый, а. Ну. Ну вот давай снизу, как ты поднимешься? Подведи на него. Ну-ну. Поднимайся, давай. А, поэтапно. Поэтапно, по лестнице. А ну-ка. Что такое? Вот он как. Ну, это его дом здесь. Маленечко, подожди, погладим. Погладим маленько, подожди. Вот он какой у меня хороший. Да какой он боевой. Он всех голубей гоняет. А подняться с земли ему трудно. Ну, еще такое. Вот тут он может на высоте. А с полу не может. Так, ну что? Ну-ка, давай еще попробуем. Давай, он совсем, он откуда-то залетный у меня. Недели две назад пришел, и всех голубей моих бьет. У него, видать, невесты нет. Он... Вот уже начинается. Может быть, он у меня побудет, но научится подниматься. Это мне главное, чтобы он от земли оторвался. Где кошки его теребят. Ну-ка, еще давай. Давай, потребуем. Ну-ка. Ну-ка, давай. А, ну с переходными у него получается. Вот ты какой. Да, замечательно получилось. Давай еще раз попробуем. Давай. О, вот он где у меня. Ну-ка, давай.
Ну-ка. Ну-ка, давай. Кверху поднимайся. Так, пошевели на него ногами-то. Ну-ка. Ну-ка, давай. Вот, смотри, уже три раза поднялся, а то никак. Делай 2-3 пируэта. Вот такой какой. Да вот он какой хорошенький. Да вот он у меня замечательный какой, а. Ну-ка, еще раз попробуем. Ну-ка. Ну, пошел, пошел, в ту комнату пошел. И что такое? Дальше. Дальше как будет? Вот он как пошел, давай. Вот он как, пошел на печку. Давай, давай, давай. 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 О! Вот у него дальше получается уже. Подожди-ка. Вот, вот смотри, я не знаю, какой способ вылечить его, но думаю, что это способ довольно действенный такой. Ну-ка, подожди. О, видишь, как он нормально полетел. А, я тебя ничего не замучил тут? Вот так. А ну-ка еще. Давай еще один разок попробуем. Вот так. Ну-ка. Ну-ка, давай. Наверное, когда уже погоняешь его, тогда уже нормально идет. Ну-ка. А. Пошел. Ну, давай тогда вместе заниматься будем сидеть. Чего уж тут говорить. Ты мне не помешаешь. На принтере сидит. О, какой смелый да сильный. Такого смелого, сильного у меня не было. Ой-ой-ой. Мне надо еще сейчас вывести программу по сжатию. А куда он делся? На подушку ко мне. А? Это что такое, а? Ну-ка давай. Оп, на Володин компьютер. Пошел. Вот он как. Я боюсь его на улицу выносить. Ну все. Все его там. Куда он дышка-то? Вон он. Вон они вверху. Так, каждый день у нас две кошки. Если температура не выше 20 градусов, они прячутся на улице мороза. Тогда берем их. Вон. А это теплолюбивая мать. Она не хочет идти. А тот приготовился. Это сегодня уже 3 апреля. На улице 10 градусов тепла. Но она по привычке. А этот. Медведь, он как белый медвежонок. Вот он, меченый у нас. Меченый, красным от матери. Я его привез, считай, в кармане осенью. А он, смотри, какой вырос-то. Да пушистый. Ой. Да замечательный. Вот я открываю сейчас, бери. Володя их понесет на крышу. Мы решили показать, как это у нас делается. О. Вот так. Давайте. Потихоньку. Голубям там охраняют они. Вот, мы только что почистили у голубей. Вот это стоит ведро большое. 5 ведер вытащили. Вот он где пошел. О, туда. О,
голубей пятеро парят, пять пар парят. И, кажется, в трех гнездах по одному, а всего у меня 15. Вот он их берет, и там стеклянная. Покажи, как вставляешь ее. Так, подожди-ка, я тебя приблизить надо. Приблизить верхней кнопкой? Да. Вот так, ну давай, закрывай. Вот так, она светлая, и он все. Мы вычистили оттуда. Я не полезу уже показывать на голубятни, там мы были. Вот, а тут у нас голуби. Дай-ка, Володя, я тебе передам сейчас относительно голубей, охота показать. Они вылетели, вон они сидят. У меня два шеста. Смотри. Два шеста. Вот. С тряпками. Вот, сейчас я их погоню. Покажи, где они сидят. Я показал. Вот они где. Сейчас я их погоню. Ох, они какие. Вот они. Которые крутятся особенно, посмотри. Вон он. Раз. Это, наверное, новенький вот этот прилетел. О, а там чужой голубь, он к ним. Дикарь. Вон он какой к ним же пришел. Вот он как. А этот муж пенсионерский-то, вот он. Ну-ка пошел. Вот так. Вот мы сейчас погоняем. Чего он устал, больше всех селищих-то ешь. Ну-ка давай, давай, давай. Слышь, не хочет летать. Давай. А то потом покажи вон там, где они у нас садятся, если сядут там. Ну я их оттуда сгоняю. Ну свистеть-то я не умею. Вон, толстый сел опять. О, мне надо найти этот прилетный, как он летает, посмотреть. Я его не знаю, где он. Тут сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь вверху. Ну, двое сидят, девять. Вы пять там. Одна в везде. Пять на гнездах сидят, парят. Они под два яйца, круглые белые яйца. Еще не выпарят, не вырастет одних, сразу парят второе гнездо. До пяти кладок, наверное, в год делает. Начинают зимой еще суровые, как кресты. Вот я не знаю, какой из них этот с матовым хвостом-то. О, перевернут. Так. А у меня они все крутятся, называем вертуны, это фурманы. Белые. Ну, этот черный-то пристал дикарь. Мне тут некогда, тут надо две печи почистить. Сегодня у нас день такой, самое длинное моление будет. Великий канон Андрея Крицкого полностью считается за одно богослужение. Вон они где садятся. Я сейчас положу, чтобы не мешать им. Пусть садятся. Мне некогда. Вот так у меня есть длинная. А вон там, вот посмотри, я сейчас дерну за это. Там живет один, у него трехэтажный дом. Ну и горный дом, или как сказать, там от их люди приходят. Ну я попросился, он грузин. Он мне разрешил залезть и там повесить бутылки, а в бутылке камушки. А тут я провел провод туда к нему. И снизу дергаю, видите, сейчас бутылки болтаются. И голуби оттуда слетают. И на соседний дом также садились, я поехал и шест там спилил. С разрешения, конечно. Ну еще раз, подергайте. Я же дергал, сейчас только. Мотаются? Видите, как сделано? И голуби слетают тогда. Вот они возвращаются. У меня были такие голуби, которые в облака уходят и неизвестно, когда вернутся. Но залез колонок. Пять пород было. Я назвал стрижовые одни. Ой, хорошие. Всех порезал до одного. В деревне. А здесь один раз было так, что-то у меня так сердце заболело, залез, вроде все нормально. Сейчас у меня изнутри она жестью окована, а тогда не было. Гляжу, какая-то дырка появляется, думаю, как бы это ни хорек. Взял коробку, прорезал, но дырку с той стороны и поставил капканы. И он в эту ночь как раз пришел и попал. Так он все разнес в дребезги. Ну, попался, голуби остались целые. Это просто Господь показал, я даже и не ждал его. В городе живем мы. Барнауле. И сегодня у нас это что?
3 апреля 2014 года. Вот они прилетели, мои красавчики. Вон они где далеко-то, смотри где. А вот это, кажется, он и есть матовый хвост. Потому что пестрый тоже прилетный. Он сидит, парит за мать. Вон они где там, 5 штук. И он вместе с ними. На днях какой-то залетел. Хороший, вон они крутятся где. Они слабые, эти голуби были. Я их сам перепортил, специально привез белых дикарей, которые морозостойкие-то, и перемешал. И они не стали бояться холода, но летное качество стали ослабленные. Ну и так понятно. За счет одного другого. Но главное, что все голуби у меня там без подогрева, без уколов. Нынче ни вертяшки, ничего не было. 15 было и 15 осталось. За всю зиму. Вон они где. Пошли. Я даже погнал его новенький, как бы он не улетел совсем. Вон они куда идут. Надо смотреть. Вот посмотри, где они далеко идут. Это улетели они туда к элеватору. Мы еще скворцов не видели. А в Потеряевке они уже неделю назад прилетели. Вот они. Вот они идут домой. Вот они. Тут нас сильно обижал ястреб. Залетает и в лед бьет. И все, вот он самый и есть. Хвост матовый у него. Вот это прилетный. Вот этот. По-моему, он хороший. Мы сделали крест, ребята, братья. Ну, из рек-то. Выше тут 2 священника были. Покропили святой водой. Вся община стояла. И вон там деревья, вон где гнездо. Там тополя. А дальше там лагуна такая, заходят пароходы. А дальше опь. Ну, то есть это уже опь. И он оттуда прилетает, приезжает, а он вот здесь сидит на этом, на лестнице, ястреб-то. Ну, голубь-то вылазит, ему попить-то надо, он тут же хватает и ест, даже не улетает никуда. Ну, помолились, туда крест заложили. Привязали, ребята полезли кверху. Все, больше ни разу не было. А то только я выпускаю вот так вот, и откуда он такой? Там полгуся, длинный, сизый, я даже название его не знаю этого. Ну, ястреб настоящий, почти сапсан. Мгновенно там бьет в лед и все, и потащил, и хоть плащ, хоть. Притом бьет, говорят, лучших бьет. Худший, который он упал. А хороший-то он пытается вверх взять, там от него разве отстанешь. У него крейсерская скорость раза в 3-4 больше, чем у голубя. Он развивает скорость страшенную. Я считал, где-то 300, что ли, по 300 километров бьет. Он гуся бьет в лед. Вот они сидят сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7-8. Ну, тут сидит 1-9. Ну, все, на месте. Все, пойдем сейчас. Господь. Почему? Вон еще один. Так он еще один летает. Подожди. Да. Ага, так она с гнезда, видать, сверху слетела. Это похоже на него. Ну, не вижу толку. Я слышал, Орлов разводил конезаводчик, этот граф Орлов, не только лошадей, но и другие породы голубей. Так ему давали серебряное блюдечко, и он на него смотрел, чтобы голубу не запрокидывать-то. Ну и смотрел, как голуби летают. От него осталось и Буденному, и всем, от доброго человека. От Буденного ничего не осталось. Только то, что воровал коней, да людей убивал. Вот они где. Вот один летает, и ему это хорошо. Вот если такие сядут, и он не может налетать, один. А почему переворачивается, ни один голубятник мне не может сказать, что... Ну, только я знаю, это делает здоровый голубь. Абсолютно здоровый. В хорошем настроении. Эш, как сидят. Они у меня все с хохолками, одночубые. А вот коричневый, это двухчубый один. Это тоже залетный. Я за всю жизнь ни одного голубя не покупал, не продавал. Мне дают, и я отдаю. Каждую осень образуется новый голубятник. Это чудо, птица. Ну что, брат, пошли готовить сегодня. 2 печки надо чистить. Да. Смотри, все. Идет, нет? Смотрите, 1 секунда, 2 пошла, 3. Вот мы сегодня здесь на Ползунова 6 в Барнауле. У нас убирали деревья. И вот я снять маленько там голуби. А как приближать-то? А вот сверху пимпочка, вот это вот. Вот это вот? Да. Вот это сбоку, туда-сюда, да? Да, да, да? А, вон оно что. Ну давай, иди. Вон дрова возит, которые они там пилили. Посмотри, что тут у нас есть.
Сейчас еще снегом покидает. Давай. Там он растаял, ему чтобы не по земле, он снегу накидает и на санках увозить-то. Очень быстро тает сейчас. Так, подожди, я пройду маленько, чтобы оттуда было видно тебя как. Ой. Ой. Давай. И вот чтобы санками провозить. Ну давай, все. Это мы здесь находимся на улице. Вот моя собачка лежит. Ну какая моя, она беспризорная, я кормлю ее. Вот она хорошая какая. Вот, Володя, давай. Я не вижу даже тут солнца. Это улица Ползунова. Вот они уехали, щурки свои эти нам побросали. Ну а мы можем их разобрать, взять наш дом. И эти щурки, это Ползунова, то есть, потом распилить еще на более короткие. А Володя мастер колоть дрова, поколет их. Вот он трудится здесь, как мураш. Ну, тут рядом построили какое-то здание. Вот оно. Нам никто не мешает. Ну, а рядом тут, что сказать, тут ящики. Вот он сейчас. А те, которые деревья-то пилили-то, вон они дальше. Они дальше пилят. Там, видно, вызвали зеленхоз. Сейчас уже местами асфальт подтаял, уже много не нагрузишь. Ну, давай. Вот так он возит здесь. Ну а дальше-то видно будет. Ты так быстро, Володя, идешь, что я за тобой даже не успеваю. А ему что успевать-то? Он за собой делает. О, маленько не туда зарулило. А это вот вход в храм. Вот он. Я плохо снимаю, тут что-то не так, да. Ну уж, что сделаешь. Я даже не знаю, в экран-то тут входит или не входит он. Это у нас вот эти два здания, это мне дали в счет погашения задолженности, передо мною городской администрации. Вот это все. Горка была. Вот Володя приехал, привез эти щурки-то. Ну и пошел их разгружать. Это у нас сарай, слава богу, куда кое-что положить есть. Видишь, вот сколько уже он натаскал. Казалось бы, только начал помаленьку. То пойдем туда, там Сергей ждет, какую-то программу надо установить. Утащи подальше туда. Туда между нами. Вот, показать.
Вот сколько натаскал. За туалетом. Эта зима спросит. Нах еще маленько. А вот смотрите, вон там здание стоит. А вот дальше я покажу на здании. Вон, видите, какая у них антенна. А пониже вот бутылки висят. Это мои бутылки, я туда лазил. Там трехэтажное здание. И провода натянуты. А в бутылке положены камушки. И это провода идут к нашему дому. И голуби, когда туда улетают, ну никак, а мне охота их погонять, чтобы они летали высоко в небо. Ну и я дергаю за веревочку, тут вон она есть. Даже да, покажи где, я ее не вижу. Я покажу, как она дернула, она же зашевелится там. Вот, подходит. Оттуда покажи, а потом там покажи, как бутылки будут дергать. Нет? Да, да, да. Вот кто послушает и скажет, ой-ой-ой, мне будет уже совсем 10 июня 75 лет, а я за голубями лажу. Да мало того, на соседнем доме там мешала одна, они туда ездят. Я попросил, зашел у соседей, не помешает, нет, и залез, стрелил там. Кое-как удержался. Вот они голуби-то. Их видно. Да, да, да. Ну и а теперь насколько. Они там сядут, когда голуби-то. А я их дерну, и они опять взлетели. О, пошли. Это у меня скворечники. Вот у нас в саду, когда были у отца, у меня было 123 скворечника. Вот вообразите, 123. Из огнетушителя два скворечника. Прорубает дырку, а стоит с другой стороны. Такие деревянные, она как деревянные, выводят. Валенки, сапоги, чугуны, ведра, чего только не было. Дуплянка. Одна была шестикомнатная, шесть дырок из дупло огромное, вот такое, и шесть гнезд. Там разговариваешь и не слышно, как они поют. Ну интересно, вот это. Пойдем-ка кидать. А то тут мешает ветер. Вот, смотри-ка. И вот мы заходим. Вот. Можно закрыть. Я потом покажу еще здесь немножко в комнате. Можно снять, когда сейчас к Сергею подойдем. Это же не на день, не на два. Человек, когда заводит какое-то хозяйство-то, ему должно быть человеку уютно на земле. Мы не утяжеляем ее. Вот, голуби, они мне, что, Игорь даст отходы зерна. Это не худо бывает, тоже полторы-две. Вот мы сейчас придем. И мы сделаем еще один ролик и к тому прибавим, которые два уже есть. Вот мы сейчас вышли. Сейчас, Игнатий, сейчас, секунду. Еще, пока. Еще, это оно не помешает, я ему пока скажу. И вот у меня голуби на соседний дом-то летают, их надо согнать. Я пойду к соседям, допрошусь, а потом лезу. Да. Быстро. Заходи. Это брат Игорь наш пришел. Да. С миром. С миром, брат. Лебунов. Вот. Мы сегодня. Это надо еще куда-то поставить это пылесос. Виктор заказал в Потеряевку. Так, еще? Виктор в Потеряевку пылесос заказал. У Виктора заказал это что такое? Пылесос. Пылесос, это ему отдать. Да, он сказал, чтобы он тут у вас был. И его отдать туда, когда кто-то поедет. Я понял. Ты сейчас куда идешь? Я поехал домой. Ну ладно. Еще не нужен? Потом на занятия. Нет, ну все уже. Че. Так, я сейчас спрошу Сергея. Ты можешь на занятие кепку мою принести? Там она на втором этаже у тебя. Черная такая, без букв. Ага, посмотри, брат. Нет. Ну ладно, это мы с Сергеем. Тут у нас составляется такой интересный должен быть ролик, как деревья пилили. Ты видел в коридоре? Ну ладно тогда. Ну все, я понял. О, спаси Христа. С Богом. С Богом, брат. Слушаю тебя, брат. Володь, скажи мне камеру
название камеры и номер. Так, выключать или что, Игнатий Иванович? Так мы выключаем тогда? Нет, а? Он говорит, ему сказать надо номер камеры. Ну номер камеры-то потом, нам можно выключать его, чтобы не работал видео. Видеокамера. Мне камеру, вы мне дайте камеру, мне сейчас нужно название камеры. Ну, вы... записывайте, Panasonic. Сейчас, секунду. Ну, его можно выключить нам или нет? Да вы выключайте, она не нужна пока. Все, выключай. Угу. Действительно нет.